хотел сделать гриб обезьянки. Привет, друганы, сейчас мы в студии у Алины и... Валеевой. Чё? Валеевой. У Алины Валеевой. Очень супер-пупер крутого, пафосного. Я не пафосная, что ты врёшь? Я художник по гриму и макияжу. И не надо говорить, что я пафосная. Я человек, который любит свою работу. И сейчас из меня будем делать обезьян. Чего говорить мне? Вот так мне нужно. Я правда похож на злодея? Так, у нас же все равно это же грим, он не может быть. Черные глаза. Я надеюсь, это видео никуда не выложится. Там-таран-таран-таран-таран. Самое засадовое всего это то, что сейчас уже лицо не почешешь. Почеши мне нос, а? Здесь? Да. Ниже, 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 ниже. Да, да. Итак, на пятый час я начал засыпать. Так, да, выглядит твой мужчина мечты. Ну, можно еще черноты давай. Вот что ты там вот такие рожи не делал? Вот что ты не делал так? Настоящий мужчина должен быть чуть-чуть как две обезьяны. Да, волосатый вонючий. А любовь к своим клиентам. Да, в каждом Москве. Слушай, ты как хотя бы фотки сможешь мне скинуть сегодня? Какие фотки, женщины? Ну ты же фоткал.